После развода Ксении Бородиной с дагестанским бизнесменом прошло уже несколько лет, но страсти не утихают до сих пор. Новые детали всплыли, когда Курбан Омаров вновь отправился под венец с возлюбленной Валерией, которая моложе его на пару десятков лет. Ксения неоднократно намекала, что избранница Курбана не так проста, как кажется. По словам звезды, юная красотка спала с Омаровым, когда он еще состоял в браке. Расставить точки над «и» теперь решил сам бизнесмен. Он признал, что эта связь действительно имела место. Можно ли увести мужчину из семьи? С высоты своего опыта скажу, что нельзя. Мужчина уходит только тогда, когда разлюбил, как это было у меня. Я осознал, что не хочу прожить остаток жизни с нелюбимым человеком, даже ради детей, начал свою исповедь предприниматель. Когда он встретил Валерию, то сразу понял, что девушка предназначена для него. Однако сама блондинка якобы не знала, что возлюбленный до сих пор не разведен. А когда узнала об этом из прессы, то сразу разорвала отношения. По словам экс-супруга Бородиной, его нынешняя жена воспитывалась в верующей семье, где подобные истории считались неприемлемыми. «Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть, уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения. Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего», — высказался Курбан.